Сейчас последние данные из оперативного штаба. За истекшие сутки положительный тест ПЦР получили 73 жителя Чувашии. 10 человек не смогли справиться с инфекцией. Статистика приближается к рекордным показателям первой волны пандемии. Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой. Набирает темпы и вакцинация, и уже ревакцинация населения. По-прежнему на выбор 3 двухкомпонентных препарата. Гам-ковид-вак, он же спутник ВИ, Ковивак и Эпивак-корона. Недавно в регионе появилась и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В городской клинический центр поступила вакцина «Спутник Лайт». Ей прививаются лица, ранее переболевшие, и лица, которые прививались 6 месяцев назад двухкомпонентным гам-ковид-вак. Исходя из показаний и противопоказаний пациента, только врач решает, какой вакциной прививается пациент. Добавлю, что ревакцинироваться может каждый. Главное условие, чтобы после полного цикла первой прививки прошло не менее полугода. В регионе работают 56 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов.